beat the drums like an NPC. «3D-куб» в Adobe Muse. Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и это обзор бесплатного бонусного урока. Смотрите, вот такой замечательный 3D-куб можно разместить в Adobe Muse в любой лендинг, и он прекрасно работает. Ни один виджет пока не может похвастаться вот таким вот 3D-кубом. Он легко делается в программе Adobe Engine Animate. Соответственно, это пример. Здесь могут быть любые картинки. И его очень легко сделать благодаря моему бесплатному уроку, бонусному уроку. Его вы сможете скачать с моей страницы. Переходим на мою страницу. Адрес вы видите у себя на экранах. Она достаточно длинная. Чтобы вам не прокручивать самый низ, можете кликнуть на кнопку «Бонусы». Страница перемотается. Здесь я предлагаю тот же самый вариант, только я тут использую на каждой стороне видеоролик с YouTube. К сожалению, не во всех браузерах работает эта фишка корректно, но с картинками все проще. Я проверил в 4 браузерах, все прекрасно работает. Проверил в Muse, все тоже прекрасно работает. Поэтому вы спускаетесь чуть ниже урока, увидите вот такую надпись, вводите свое имя, email и нажимаете кнопку «Забрать бонус бесплатно». Не забудьте подтвердить подписку. В ответном письме автоматически вам придет письмо с ссылкой на скачку видеоурока «Как сделать подобный куб плюс исходники». С вами был Федор Васильев и до новых встреч! Beat the drums like an NPC.